Привет, друзья мои! Здравствуйте! Сегодня у нас воскресенье, и как всегда у нас блок-говорилка. Короче говоря, вот так вот. Небо вон такое, вот такое, вот такое, вот такое, пока солнышко не мае, но все равно у нас такое небо какое-то, вот смотрите. Да, небо прям вот. Как будто кто-то нарисовал. Как будто кто-то нарисовал нам небо, 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 небо. Ой, пивун, блин. Прям в оперный театр не ходи. Господи, прости. Да. Там у нас Колизей, друзья мои, Колизей. Колизей, Колизей. Птички, птички, птички. Куда полетели, куда? Куда? Алло. Короче, так. А я поеду в деревню. Смотрите, мои тут цветочки. Трым-пырым, растопырым. Ну, короче говоря, вот так. А я вот сейчас допиваю копья. Копья, да? Ну, как обычно, у меня темная кружка. Ну, я же нефть пью. Да. Представляете, знаете, если у нас кружки вот такие, да? У нас что получается в желудке? Да? У нас желудки... То же самое, как у курящего человека. Вот человек курит, да? А мы пьем кофе. Кофе, чай там, чай еще там что-нибудь, да? И у нас вот точно так же в желудке. Вот. Вот это вот. Ой, я не знаю. Может быть, просто воду пить? Как вы думаете? Наверное. Короче, вот так вот. Ой. Полный желудок вот этой темноты. Как говорила моя мама китайка, говорит, «Боже ты мой! Канчкю, манчкю! Катю, сям, 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 сям! Да? Ом, сям, 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 сям!» Чё? 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 Знаете, что по-китайски? Слово «чту»? По-китайски это означает жопа. Да. Что? Да. Не умай. Ладно, я буду заканчивать свой маленький пилочек. Да еще вот это пятно надо поправить. Шарлотка была вкусная вчера. Все, милый. Сниму что-нибудь в деревне. А всем любви, удачи.